В Одессе массовые столкновения возле горсовета. Сотни людей пришли к стенам мэрии требовать ответа от чиновников, как они допустили пожар и гибель детей в лагере «Виктория». Активисты добивались отставки мэра Труханова и пытались прорваться на сессию. Чем все закончилось, видели наши корреспонденты. Около 300 человек, представители разных общественных организаций возле стен Одесской мэрии. Народный гнев вызван пожаром в муниципальном лагере «Виктория», где погибли дети. Люди уверены, чиновники воровали на объекте миллионы в ущерб пожарной безопасности. То, что случилось в «Виктории», это прежде всего надо рассматривать как очень крупную финансовую аферу вот нашей городской власти. Уже появляются данные, что в целом вложили туда даже не 30 миллионов, а 60 миллионов гривен. Задать эти вопросы активисты хотели местным депутатам, которые как раз собрались на сессию. Но здание плотно оцепили полицейские и нацгвардейцы. Участники акции пытались прорвать кордон. Несколько раз вспыхивали потасовки, порой довольно жесткие. Слава богу, не применяли средства дубинки, а следосвящевый газ по полной мере. Конкретно приказ был не пускать, я так понял, никого, чтобы не сорвать им их между собой. Нескольких активистов полицейские задержали, но почти сразу же отпустили. Полиция, на мій полі, діло дуже толерантно. Ми тільки розбороняли сторони, щоб не було більш загострюючих конфліктів. Після цього протестуючі відправились в обласну прокуратуру, яка знаходиться рядом. Хотіли спросити, чому в ділі пожежі тільки двоє задержаних – директор лагеря і 23-літня воспитательниця. Активісти вважають, таким образом власті намагаються знайти стрілочників. Також вважають і народні депутати. Всі прекрасно розуміють, що якщо дерев'яні будинки не були обробовані противопожарными жидкостями и сгорели как спички за несколько минут, то нести ответственность за это должна уж никак не воспитатель и даже не директор лагеря, а совсем другие должностные лица. В прокуратуре активистов заверили, расследование будет объективным, после чего областной прокурор и участники акции вернулись в мэрию и все вместе попали все же в сессионный зал. Правда, ни мэра Геннадия Труханова, ни депутатов к тому моменту там уже не было. Из-за беспорядков сессию прервали и перенесли. Скажите, а что, где Труханов? А вот мы не знаем. Видимо, все Геннадий Труханов боится общественности, боится отвечать на наши вопросы. Ответственность за трагедию на мэра возложил и генеральный прокурор. Впевнений, что у пана Труханова точно есть политическая ответственность в этой ситуации. Чи наступить вона юридично, покаже вивчення документів, які ми вже вилучили і в районній адміністрації, і в Одеській мерії. Активісти заявили, намерені требувати від центральних органів влади розпустити Одеський горсовет, відстранити Труханова від руководства і назначити в Одесі перевибори, іначе угрожають новими протестами, більш радикальними. Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин, подробності, телеканал Інтер, Одеса.